еще, конечно, спасибо за поддержку сегодняшнюю. Нас поддерживали, играли с лидером первенства, с командой Астаной. Что хотелось по матчу сказать? Ну, первый тайм проигрывали 0, во втором собрались, забили 3 мяча, одержали победу над лидером. Конечно, ребята поблагодарили за самоотдачу, за желание. Мы соскучились уже по победам, тем более в домашних матчах. Астана команда лидер, ребята настраивались, что сегодня вылилось и результат. Всем, конечно, спасибо большое. Последние игры у нас играли ребята в составе, в стартом выходили 2001 года и плюс два игрока 2000 года, то есть наполовину состав был омоложен. Но каждая игра идет на пользу, но все равно команда хочет выигрывать, тренера хотят выиграть.